Рассмотрим сыворотку для лица ампульную с АХ, БХ и ПХ кислотами и экстрактом яблока Red Apple ABP Boosting Drops от Einlib. Продукт входит в линейку Red Apple ABP. Достанем средство из упаковки. Средство предназначено для ухода за кожей лица. Благодаря альфа, бета и полигидроксикислотам интенсивно отшелушивает кожу, способствует обновлению клеток, разглаживает текстуру кожи, увлажняет и борется с раздражениями, матирует, сужает поры. Основные компоненты. Альфа, бета и полигидроксикислоты, экстракт яблока, церамиды, гиалуроновая кислота, аргинин, масло макадамии, витамин Е. Средство подходит для любого типа кожи, особенно для комбинированной и жирной кожи. Рассмотрим способ применения. Средство необходимо нанести на очищенную и тонизированную кожу лица похлопывающими движениями. Поверх можно нанести крем. Сыворотка имеет легкую нелипкую текстуру, быстро впитывается, нейтральный аромат. Объем 30 мл.